Всем привет, друзья! Сегодня мы снова на канале Валикан от Князев, и с вами я, Валикан. И сегодня будет небольшой обзор мини-джеков, которые также были заказаны на сайте AliExpress. О них я вам уже говорил в предыдущих видео, что как-нибудь сделал на них небольшой обзор. Об их как бы позитивных сторонах, каких-то негативных, что понравилось, что нет. Значит, заказываются они вот таким комплектом из 5 штук, то есть один блестящий, другой такой синий, металлик, белый, красный металлик, вот он, и черный. То есть черный я уже использовал, ну и решил вам показать. В общем-то, они все полностью идентичные. Я, наверное, вот эти вот, ну, давайте их все достанем, в общем-то, я их вам покажу. Очень хорошая комплектация, то есть все они были вот таких вот целлофановых пакетиках. Сейчас я его открою вам, выдалю, что там внутри находится. И вот такой комплектации. То есть в каждом пакете у нас находится кембрик, кусочек олова и непосредственно сам разъем. Вот он. Ну, не знаю, смысл есть их все показывать или нет. Я думаю, по цветам вам будет и так видно. Вот они, красный. Ну, давайте достанем с другой стороны. Значит, очень понравились на самом деле эти джеки, то есть как они сделаны. У них какое-то очень странное покрытие. Плюс очень понравилось то, какая у них сама конструкция, сама комплектация. То есть очень редко вообще бывает, например, у нас в России, когда ты заходишь в радиомагазин, покупаешь джек, особенно за такие деньги, стоит не очень дорого. Там, ссылка будет в описании под видео. И чтобы с ними было настолько приятно вообще работать. Ну вот они. Итак, как я вам уже и говорил, то есть это вот такой пакет. Очень удобный. Он с застежкой. То есть здесь есть такая застежка. Дальше. Вот они по цветам. Давайте их тоже аккуратненько здесь выложим. Вот красненький. Что так, наверное, лучше что ли будет. Красный, белый. Вот этот синий металлик. Серебристый. И был еще черный, но я его уже, как я уже говорил, использовал. То есть дается небольшой вот такой кусочек олова, тоненький, тоже очень приятный такой плюс к данной покупке. И кембрики вот такие, вот они. Ну, обычные кембрики, конкретно под вот эти вот джеки. Значит, в чем плюсы, сейчас я вам тоже это покажу. Давайте возьмем золотистый, я его сейчас разберу. Вот он. Ну, то есть они сделаны из стали, то есть в данном случае она покрыта чем-то блестящим, чем утверждать не буду. Надпись на ней гласит, что это Шенхайзер, то есть здесь написано Шенхайзер. Возможно, в Китае было просто какое-то производство, и они там распродают остатки. Вот. Я думал, сейчас к камере вот я приподнимусь, чтобы можно было вам показать, но есть и нарезкость. Ну да. Вот так вот, наверное, будет лучше вам показать. Смотрите, значит, сам джек, он очень интересный. То есть у него нет, как у нас, тонких каких-то частей, торчащих из центральной части. У него оттуда выходят точно так же покрытые контакты. Они кругленькие и достаточно плотные такие, прочные. Они не гнутся, как у нас в России, там какие-то завитушки такие две выходят. А именно, то есть они на одном стержне сделаны и разделены диэлектриком. Ну, естественно, то есть сама масса, она тоже покрыта. Так вот, самое, что мне понравилось у этих джеков. Во время паяния провода к ним прилипают просто отлично. То есть олово на них ложится просто отлично. Вплоть до того, что к нашим, например, разъемам, к российским, там, возможно, не тоже с Китая, припаять бывает достаточно сложно. Но здесь, даже если ты чуть-чуть там прикоснешься паяльником, даже к резьбе здесь, будет достаточно сложно потом это все снять без припоя отсоса такого специального.
Дальше, значит, что я еще делаю? Есть, я думаю, ну, все знают, что есть такая штука, которая называется пистолет, который, ну, как находится, таким, с пластиковым клеем, да, то есть клеевой пистолет. Вот когда мы это все припаиваем, дабы здесь не было каких-то замыканий, я это все заливаю с помощью этого пистолета. Дальше одеваю сюда кембрик, его, естественно, заужаю за счет нагрева и уже дальше, то есть надеваю непосредственно закрывающую часть данного разъема. Очень, ребят, хорошая там резьба, очень хорошо она надевается, застегивается, ну и потом смотрится очень прилично. В общем, кому понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте какие-то комментарии, возможно, кто-то тоже пользовал данные джеки. С вами был Валикан. Пока!